Давиджан Вохчун. Давиджан, мы решили снять это видео в твой день рождения. День уже заканчивается, начинается комендантский час, но у тебя все равно день рождения. И я хочу тебе сказать, я решил снять персонально для тебя это видео, потому что ты такой замечательный парень, мы тебя очень полюбили. Конечно, всю вашу семью, у тебя замечательные родители, и мама Нарине, и папа Арман, и сестра Мария. Но сейчас мы хотим сказать именно о тебе. Мы тебя очень сильно полюбили, и ты замечательный парень. И я хочу, чтобы ты всегда таким оставался, чтобы ты всегда был защитником своей семьи, своей сестры, своей мамы. Ты разумный парень, и мы недавно открыли твои таланты, оказывается, монтирование видео, но это нам еще предстоит пройти. Вот. И так как мы тебя полюбили, и ты такой замечательный, мы решили специально для тебя снять это видео. И я желаю тебе всего самого-самого хорошего, но чтобы самое главное, ты всегда оставался настоящим мужчиной, как твой папа. Значит, не кури, не пей, ну и так далее, ты знаешь. Оставайся всегда положительный такой, всегда иди к своей цели, всегда будь сильным, чтобы в жизни не происходило. Потому что мужчина – это скала, мужчина – это гора, непоколебимая. Что бы ни происходило вокруг, мужчина никогда не должен терять самообладание и всегда защитить всех тех, кто рядом находится, своих женщин, старших, младших и так далее. Давиджан, я хочу тебе сделать маленький презент, подарок не хочу это называть, хочу сделать маленький презент. Когда я приеду, то я хочу, чтобы ты, когда я вернусь, ты из тех бамбуковых палок, палок, которые мы иногда занимаемся, там есть несколько очень классных, я хочу, чтобы одну из палок ты выбрал себе, если, конечно, тебе нравится такой презент и ты это хочешь. Вот. Ну и когда мы в следующий раз увидимся, то я специально для вас сделаю классную тренировку, нашу тренировку ушу. И специально для тебя я привезу экипировку, шлем, перчатки, фуды, где мы с тобой поспрингуемся и посмотрим, каким ударом ты обладаешь и на что способен. Поэтому от нашей семьи, вашей семьи огромный привет. И тебе, Шноровор, с днем народжения. В общем, когда я вернусь, мы обязательно увидимся. Все, будем. Арачи, только арачи.